В Бендерском Красном Кресте раздают гуманитарную помощь многодетным семьям города. Работники общества звонят и приглашают по нескольку десятков семей в день, чтобы они выбирали для детей одежду и обувь. Школьникам помогают канцтоварами и средствами гигиены. Пришла зима, и для многих это шанс не остаться без теплой обуви. Ведь дорога ложка к обеду. Светлана Хромых, Ирина Воловая, Днестр ТВ.